Добрый день, дорогие девы! Добрый день, мои подписчики, а также гости моего канала! Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Наступает самое прекрасное время, самый волшебный месяц года, дорогие девы. И все мы с вами, конечно же, живем в предвкушении чуда. И это будет таро-прогноз на декабрь месяц для вас, дорогие девы. Я выложу для вас 6 карт. Первая карта покажет общий фон декабря. Вторая карта – любовь и личные отношения в декабре. Третья карта – это работа или бизнес. Четвертая – финансы. Пятая – ваше здоровье в декабре. И шестая – совет от карт Таро для вас на декабрь месяц. Но в этот раз я в конце расклада еще выложу как бонус для вас, дорогие девы, две карты из колоды 78 дверей. И первая карта покажет вам, какие двери, какие возможности, какие подарки судьбы вы можете получить в декабре. А вторая карта покажет, что уйдет от вас, что уйдет из вашей жизни в декабре, какая дверь закроется и какие проблемы покинут вас. Ну что же, давайте посмотрим, что же вас ожидает в декабре 2018 года. И как общий фон месяца декабря, ваше настроение в декабре? Вам выпала прекрасная карта, тройка кубков. Это владыка изобилия, но я бы назвала ее карта праздника. Прекрасная карта на декабрь для вас, девы. Это время радости в декабре, время праздников, конечно. Вот именно под такими энергиями пройдет ваш месяц декабрь. У вас будет прекрасное праздничное настроение. Вы будете очень общительны в декабре, вы будете стремиться быть среди людей, выходить в свет, показывать себя. И в декабре вас могут ожидать очень много встреч. Это могут быть встречи с вашими друзьями или с вашими близкими. Приготовьтесь посетить, дорогие девы, много застолий. Это могут быть разные праздники, банкеты, возможно, какие-то корпоративы на вашей работе. В вашу жизнь в декабре войдет что-то важное для вас и прекрасное. Это могут быть подарки, которые вы можете получить от людей, дорогие девы, а может быть даже от самой судьбы. И вот эти подарки, они наполнят вас радостью, счастьем и благодарностью. Ну что же, это прекрасное время, чтобы отметить какое-то событие, чтобы вы от души повеселились. Приготовьтесь к походу в гости, дорогие девы. И это могут быть самые разные и самые приятные причины для вас. Это могут быть походы на свадьбу. У кого-то из вас, дорогие девы, это может быть повышение по службе, и вы будете праздновать. А кто-то будет праздновать рождение ребенка или в своей семье, или в семье знакомых или друзей. И, конечно же, новогодние праздники. Это само собой, дорогие девы, ведь это же декабрь. Кто-то будет праздновать из вас поступление на новую работу. Начинается период беззаботной жизни для вас. Вы будете очень приятно проводить свое время. А также, дорогие девы, для вас в декабре будет очень много каких-то удачливых моментов. Вы не должны пропустить их мимо, воспользуйтесь ими. В нашей жизни всегда есть место для праздника. Главное, мы должны правильно оценивать ситуацию. И, конечно же, дорогие девы, мы должны уметь радоваться даже самым маленьким победам в своей жизни. Вы будете счастливы, и это, конечно же, хороший повод, чтобы вы сейчас поделились счастьем с другими, с вашими близкими, дорогие девы. Ну что же, я рада за вас. И вторая карта на любовь и личные отношения вам выпала пятерка жезлов. Пятерка жезлов – это карта борьбы, карта соревнования, соперничества. Достаточно взглянуть на этот аркан, чтобы мы могли понять, что
покой вам только будет сниться, дорогие девы. Вас ожидает, конечно же, бурный период в декабре в ваших отношениях. Возможно, что поводом у кого-то будут служить ваши многочисленные праздники в декабре, ваши выходы в свет, и ваш партнер может быть недоволен вашим поведением. В отношениях могут возникать споры, могут быть сцены ревности у кого-то, когда вы будете пытаться доказать вашему партнеру, что он все неправильно понял в этот раз. Ну что ж, дорогие девы, вы можете спорить по любому поводу с вашим партнером. Куда пойти, кого пригласить, что одеть – это могут быть бытовые споры. А также споры могут возникать по каким-то мелочам, но каждый из вас будет пытаться отстоять свою точку зрения в декабре. Будет пытаться доказать свою правоту. А на самом деле и вами, и вашим партнерам будет двигать простой эгоизм. Кто-то просто будет бороться за лидерство в вашей семье, за лидерство в ваших отношениях и доказывать, кто в вашем доме хозяин. Но, дорогие девы, это такие споры, которые не приводят пару к расставанию или к разводу. Тут скорее наоборот. Эти споры, они разжигают какую-то искру страсти в ваших отношениях. И за каждой такой ссорой может следовать очень бурное примирение, которое заканчивается в кровати. Своего рода это внесение чего-то нового в ваши отношения. И вас обоих вот такие страсти и такое положение дел вполне устраивает. Для одиноких дев вы можете в декабре, дорогие девы, влюбиться в человека, встретить человека, который может быть не свободен, или у объекта вашей любви могут быть еще поклонники. Вы будете не один, и тогда вам придется включиться в своего рода соревнование, в борьбу за вашу любовь. И вы станете доказывать, что вы лучшие, что вы достойнее ваших соперников, и, конечно же, я не имею в виду борьбу с позицией силы, дорогие девы. Вы можете показать, что вы умнее, вы красивее, и в этом ваше преимущество перед вашими соперниками. Ну, а кто-то из вас, дорогие девы, вообще, может быть, будет вести внутреннюю борьбу с самим собой, так как вы не сможете решить в декабре, нужны ли вам сейчас серьезные отношения, готовы ли вы к таким отношениям. Или вы будете думать, готовы ли вы к новым отношениям сейчас. Уступать или не уступать такой привычной жизни в одиночестве. И вот такая внутренняя борьба тоже может происходить, дорогие девы. Ну что ж, это не самый плохой период. И третья карта на работу и бизнес. Вам выпала четверка мечей. Это карта вынужденного покоя, карта застоя и прерванной деятельности. Астрологическое значение этой карты – Сатурн в пятом доме. Это символ перерыва в работе или в творчестве, дорогие девы. По этой карте, если вы на нее посмотрите, человек на ней лежит, и мы, конечно же, с вами понимаем, что тут ни о какой интенсивной работе не может быть и речи. Возможно, что многие из вас возьмут отпуск в декабре и будут отдыхать. Ну, а кто-то будет настолько уставать праздновать и посещать разные мероприятия, и банкеты, и застолья, что на работу у вас уже не будет оставаться сил. В коллективе люди тоже будут жить в предвкушении приближающихся праздников, и даже если будут находиться на работе, то мыслями они будут уже далеко-далеко от этого места. Это может быть для кого-то из вас какой-то вынужденный период отдыха, например, по болезни, потому что простудные заболевания в декабре еще пока никто не отменял, дорогие мои. Ну, а также кто-то вообще может выдать себя сейчас за больного в этот период, чтобы отдохнуть и наслаждаться праздничными настроениями. Такое тоже может быть.
Ну, а бизнесменам, дорогие мои, вам нужен будет очень серьезный подход в декабре к вашему бизнесу. Вы должны просчитывать, анализировать и вести строгий учет всех ваших доходов. Не увлекайтесь какими-то незаконными действиями в декабре. Все это может кончиться в этот период очень-очень плохо. Будьте внимательны. Ну, а для тех дев, кто находится в поисках работы, то, к сожалению, в этот период в декабре работу найти вряд ли удастся. Ну что же, декабрь – период праздников. Начнется январь, и тогда вы сможете опять начать искать работу, дорогие девы. И следующая карта – финансы. Вам выпал Паж Пентаклей. Паж Пентаклей – это вестник монет. И, конечно же, это шанс на то, что вы можете получить какие-то деньги. Или вы получите известие о том, что скоро вы получите эти деньги. Возможно, что многие из вас, дорогие девы, получат в дополнение к основному заработку в декабре премии. Конечно же, это конец года, и все возможно. И деньги, они будут в декабре, но по Пажу Пентаклей все-таки основную часть денег вы получите позже. Возможно, что это будет в январе. Бизнес. То, что вы начали в декабре или уже до декабря, дорогие мои, вот как раз это дело, оно вполне может оказаться прибыльным и дать очень хорошие доходы вам в скором времени, но не сейчас, не в декабре. В декабре вы получите какой-то доход, но он не будет такой большой. Далее, следующая карта – здоровье. Колесо фортуны, старший аркан, дорогие девы. Колесо фортуны – это судьба. А еще колесо фортуны – это некая цикличность. Это наше общее состояние здоровья, когда мы можем сказать 50 на 50. Нельзя сказать, что вы будете больны, но нельзя утверждать, что вы будете полностью здоровы. Те девы, у которых уже есть какие-то хронические заболевания, вот эти заболевания в декабре могут обостриться. И обостриться они могут в любую минуту, дорогие девы. Само колесо фортуны говорит о том, что вам нужно подготовиться к этому, если вы уже знаете, что вы чем-то больны, что у вас есть хроническое заболевание, то примите меры уже сейчас. Например, не переохлаждайтесь, не злоупотребляйте алкоголем. Возможно, вам нужна какая-то диета при вашем заболевании, значит, займитесь сейчас собой, дорогие девы, и держите ваше заболевание под контролем. И, конечно же, при колесе фортуны не рискуйте вашим здоровьем. Будьте благоразумны, дорогие девы. Приближаются праздники, приближаются корпоративы. Избегайте травм, не садитесь за руль в алкогольном опьянении. И совет вам от карт Таро. Вам выпала десятка мечей, дорогие девы. Ну что же, сейчас приближается конец года. Постарайтесь найти время для себя. Постарайтесь вспомнить сейчас, какие у вас были проблемы в течение уходящего года. Возможно, какие страхи или комплексы мешали вам двигаться вперед. Постарайтесь вспомнить, дорогие девы, события года, когда вы были чем-то очень огорчены, или впали, возможно, даже в депрессию. Все плохое, что вам пришлось пережить в течение этого года. Возможно, у кого-то из вас это были болезни, у кого-то это были расставания. Ну, а для кого-то это были потери, неприятные ситуации. Сейчас у вас есть прекрасный шанс избавиться от всего этого, избавиться от своих дурных привычек, избавиться от этого трудного периода в вашей жизни. Именно сейчас вы должны постараться окончательно расстаться с тем, что вам мешало, что вам надоело, дорогие девы. Просто обрубите концы и очистите и ваши шкафы, и вашу память.
Этот аркан дает вам совет попрощаться с вашим старым «я» и оставить ваше прошлое позади в прошлом году, дорогие девы. Вам выпал прекрасный шанс отпустить сейчас все вышеназванное и воспользуйтесь этим шансом. Окончание – это же еще и начало чего-то. Так вот, дорогие девы, это завершение одной главы вашей жизни и начало новой. И я верю, что эта новая глава в вашей книге жизни будет прекраснее предыдущей главы. Дорогие девы, я верю в вас. И как бонус для вас, дорогие девы, две карты из колоды 78 дверей. Первая карта покажет нам, какие двери и какие возможности откроются для вас в декабре 2018 года. И вам выпал туз пентаклей. Туз – это прекрасная карта, это разнообразные ключи от нашего материального счастья. Это наше благосостояние, которое мы определяем деньгами и собственностью. Посмотрите, счастливая хозяйка изображена на этой карте. И у нее очень много ключей. А значит, у нее множество возможностей для реализации своих планов. Двери пока еще заперты. И эта дама, она надежно сохраняет все ресурсы. Те материальные блага, которые необходимы и которые достаточны для решения ваших проблем, дорогие девы. Теперь эти ресурсы, они будут доступны вам. Ведь все ключи будут в ваших руках. И все, что вы должны сделать, это пойти и подобрать правильный ключ каждой этой двери. Достаточно просто встать, прервать свой отдых и, наконец-то, приступить к решению ваших проблем. И тогда перед вами откроются прекрасные перспективы и множество путей для реализации ваших замыслов, ваших идей, дорогие девы. Вы сможете выбирать любой из этих путей по вашему желанию. И вторая карта. Что уйдет из вашей жизни? Какие проблемы уйдут из вашей жизни и какая дверь закроется для вас в декабре 2018 года? Вам выпала семерка пентаклей. Посмотрите на эту карту. На этой карте женщина с улыбкой отпускает в небо белоснежного голубя. И для вас, дорогие девы, это означает буквально «простите и отпустите». Все неприятности, все горечи ваших разочарований, все обиды, которые у вас были, они не должны копиться в вашей душе. Вот пусть они сейчас улетучиваются навсегда. Это может касаться абсолютно любой ситуации. Например, когда кто-то из вас сам вырвется на свободу, подобно этому голубю. Возможно, что вы решите сменить место жительства. Например, молодые девы, вы можете решить жить отдельно от родителей и вырваться на волю, как этот голубь. Так вот, дорогие девы, чтобы вы отпустили какие-то проблемы, сделайте это. При этом сделайте это с легким сердцем, чтобы ваша птичка летела, как этот голубь. И закройте, наконец-то, эту дверь навсегда.